Армейские футболисты на матч против Шинника вышли практически в оптимальном составе. Отсутствовал лишь дисквалифицированный Соломатин. А вот Даев и Попов, залечившие травмы, вернулись на поле. Именно Попов помог своей команде открыть счет. Произошло это на 53-й минуте встречи. Атака хозяев поля закончилась пасом в штрафную, где мяч сначала попробовал укротить Симак, а затем Попов. Корнюхин в этой ситуации нарушил правила, и судья Тюмин указал на 11-метровую отметку. Штатный пенальтист ЦСКА Ролан Гусев со своими обязанностями справился на отлично, разведя вратаря мяч по разным углам. 1-0. А под конец встречи армейцы заставили вспомнить о чемпионате мира. Сначала все тот же Гусев зряче пытался перекинуть Корнюхина, а затем состоялся супергол Кириченко. Монарев отдал пас Дмитрию, который эффектно дальним ударом вогнал мяч под перекладину. 2-0, победа ЦСКА.